Всем привет, ребята! Мы сейчас, знаете, пошли в какой магазин? Мы уже там были, в Гудвилле. И мы там с Юрой купили за 4 доллара с копейками. 4 доллара и еще 7, привет. 7 центов это налог. Мы купили сумочку, или как он называется, кейс для ноутбука. Вообще новый притащили, и даже ручка как была скручена, не распакованная. Некогда вот было снимать, и все, не снимешь на камеру всю жизнь. И я Юре говорю, пойдем прогуляемся. Это самый ближайший магазин, этот Гудвилл. Остальное все далеко, и поэтому я его туда позвала. Говорю, может, что-нибудь найдем. Этот магазин Гудвилл, как мы уже рассказывали, мы сами туда сдавали вещи. Туда люди сдают вещи, и им за это не дают денег. О, какой дизайн, что-то я ходил. Столько раз. Ни разу не видел? Ну. Так это у них попадали вот эти вот иголочки. И они... Собрали их, да? Ну почему? Просто здесь они валяются, их не видно, а там их... Я думаю, их собирают, они их не оставляют. Да ну. Думаю, что... Да. Ну вот, короче, я начала про Гудвилл. Юра тут меня перебил, как всегда. Свои 5 копеек. Нехороший, нехаёсий, Юра. Нехаёсий, как Настя наша говорила. Нехаёсий. Вот. И поэтому мы пошли туда пошариться. Ну, когда-то мы с дочерью снимали видео такое, называлось оно у нас «Грустная комиссионка». Если вы посмотрите в плейлисте США, и как я была здесь, я не помню уже который раз, и мы снимали там это видео. Так что, кому интересно, посмотрите наши ощущения тогда, и какие сейчас у нас с Юрой будут впечатления. А в прошлый раз мы зашли... А мы ссылку дадим на это видео. Да, в прошлый раз мы зашли и быстро-быстро вот этот вот кейс увидели. Ну, купили и пошли. Уже и закрывался он. А вот сегодня буквально мы даже снимали, когда за Алексом ехали, сняли кусочек видео. За 2 часа сломали вот этот дом. Да не за 2 часа. Они допоздна, до вечера работали, до 5. А мне казалось, мы, за 2 часа. Мы поехали в час где-то. Еще не сломали. Они еще, видишь, не вывезли все. Ну, ты считаешь... Сломали, это значит, все вывезли? Ну, каждый по-разному считает. Сломать, ломать не строит, как говорится. Вот. Ну, а я посчитала, что в час мы поехали, его начали ломать. Ну, а... стены-то стоят еще. Ну, это они не ломают, потому что к соседям все это упадет. Поэтому они держат. Чего так громко разговариваешь? Ну, неудобно привет. Даже. Как привыкла, извините. Как мукрачан говорил. Будут мне писать. Ходит деревенщина. Да ладно, кто тебе напишет? Девочки, я такая. Так что принимайте. Она точно так же по Новоалтайску ходит. А вот сегодня здесь эту дверь вставляли? Ну, окошко какое-то делали. С той стороны? С той стороны? Да. А вот дверь не помню. Что-то делали с дверью или нет? Ну, дверь вроде как новая. Ну вот, тоже начали ремонт, наверное, будут сдавать. Домик неплохой. Вот этот домик уже в этом году только он не строится. А я сколько раз приезжала, его пристраивали. Он был малепусечный. И в итоге он вот такой стал. Слушай, а вот это опадает на зелень? Мне кажется, нет. Или нет? Это еловое, ну, зеленое, да? Зеленое стоит. Туя. Ага, вот тоже еле. Голубая. Голубая луна. Ну так-то симпатично смотрится. Дышать хорошо. Ну, тут да. Вообще у них садик. Так это за этим совсем ухаживать надо. Ну да. Время надо. Садовник нужен. Ну, потому как если человек работает по столько часов, поскольку вот, например, наш зять и дочка, то им вот реально ничего не хочется. Отработали и все. А вот дом, смотрите, 3 гаража, да, а крыша, ну такая стрём, кажется. А дочь говорит, это типа декор такой. Не знаю, что за декор. Ну интересно, у них гараж, мне кажется, в этом гараже у них кухня, реально. А, ну может быть, всё. Может быть, да. Просто устроили там кухню. Темно, сейчас уже может быть что-то и не видно. Давай. Все равно зелень кругом. Давай выключать, а то в Гудвилле нечего снимать будет. Вон еще работники, видите, работают, косят до сих пор. Время уже 8 часов. Вот что можно косить? И так все красиво, правда?
Ну вот. А некоторые косят фигурно, представляете? Вот, например, вот это было фигурно скошено. Клеточка. А некоторые наискось косят. Ну, короче, выпендриваются кто как может. Угу. Запах какой! Травы, да? Да. Все, вот аккуратно. Мы вам через камеру передаем запах. Все аккуратно. Я прожил здесь уже больше 20 дней. Ну, вы знаете, стал привыкать. Думаю, а что это? Ну, все так и должно быть. Почему нет? Вон банка валяется. Думаю, ни хрена себе. Уже идет. Что такое? Что за непорядок? Что за непорядок, да. Хочется поднять и сдать. Дочь сказала, что хотя у них есть, можно будет показать. На видео у них есть такая штучка. Она к стене прикручена. И вот так вот поднимаешь ее, туда баночку вставляешь и давишь. Все хочу показать и никак все. Ну, мы обязательно банку возьмем эту, придем и покажем, если камера не сдохнет. И что у нас банка? Я вам скажу еще, знаете, что вот иду, я как строитель смотрю, у нас, конечно, в Алтайском крае дома добротнее, но порядок вот такой между домами здесь добротнее. Поэтому, оказывается, можно с простых материалов делать такие вещи и жить, и радоваться, и смотреть. Ну, все. Самое главное, чтобы у тебя был дом каменный, да? Да. А я хочу сказать вот про эти цветочки. Вот эти цветочки, их не было здесь. А сейчас они распродаются в Лоусе, везде вот в магазинах. Показал, да, цветочки? Ну, показывал. Прямо в горшочках там за $5. И их приехали, воткнули. Будто бы они здесь и были, да? Ну, да. Ладно, сейчас включимся. А огород, помидоры. Кстати, картошка. Кстати, небольшой огородик. И ничего, на фасаде, да? Может, покажем, кстати? Давай. Ну, а ты же не подойдешь же. Ну, мы не будем подходить. А зачем его огородили? Тут же коровы не ходят. Ну, кролики, белки. А, кролики. Белки, наверное, залазят, а кролики-то все порастащут. Вот, ребята, вам, пожалуйста, огород. Это клубника или да, что? Да, Виктория, наверное, ну, клубника. А там помидоры, да? Или да. Что-то? Ну, конечно, или цветы какие-то? Это помидоры. Да ты что? Смотри, а как нет, классно. Цветы. Смотри, как классно. В общем, не понять. Скорее всего, были огурцы еще или фасоль. Наверное, у них, наверное, фасоль нет такой была. Лужайки, как у наших, да? И они впереди сажают. И ничего. Ну вот мы, ребята, и в центре. Вот эта машина, кстати, здесь постоянно стоит. Наверное, работает. Чем-то на наш газон похоже. GMC. Ага, только... Ничего себе, газон тебе. Только побольше. Там комфорта-то побольше. Ну, это уже не ко мне вопрос, к производителям и к политике. Все, сейчас скоро уже в Гудвилл попадем этот. Подошли мы к магазину. Гудвилл. Комиссионка, то есть. Американская комиссионка. Four Lays. Тоже продается. Здесь раньше был доллар, ну, долларовый или, магазин. Или сдается? Да. Такой огромный долларовый магазин. Угу. Закрыли его. В прошлом году еще был. Hello. Мужчины. Сейчас я у нее спрошу. Я пошла спросить про колу. Вот туалет. Мужчины, женщины, инвалиды. Все подряд. Ну, какой неплохой туалет в комиссионочке. Включай. Ну, говори. Вот здесь вот эта комиссионка, но здесь очень много новых вещей. Прям с этикетками висят вот здесь. Ну, я не шарюсь в вещах. Угу. Я хожу тут, смотрю другое. Вот это, тут много вот с такими этикетками, это все новые вещи. Видимо, могут забанить из-за того, что
играет музыка? Играет. А я это хожу, декор смотрю. А, есть такие миленькие вещицы, тоже новенькие, даже ими не пользовались, по-моему, с этикеточками. А вот я не знаю, мы в прошлый раз тоже ставили, там музыка играла. Да? Да. Джинсы белые у меня прям, ну, парнем был еще. Микровельвет тем более. Мне нравились белые. Они белые. Ну, они молочные, еще и рваные. Жутко. Короче, я это никогда не смотрю. Я смотрю вот подсвечник, например. Вот для девочек-рукодельниц очень-очень много всяких штучек. $1 она стоит. Представляете? Можно ее раз переделать. И вот тебе и поделка-переделка. 65 рублей, да? Да. Угу. Ты только не выключайся. Я вот там уже прошла, там много чего нашла. Ну, себе я это не захотела. Вазочка с бабочками. Можно же сразу туда тоже обращать внимание. Вот это, наверное, колокольчик. Да. А что, бутылка продается? Угу. Вот для чего? 7-Up. Так, а колокольчик стоит $2. Типа свадебный, да? Happy. Что-то с днем свадьбы. Ну и тут всякие блюда, вазы. Это тоже вот для поделок. Классненькие штучки. Джинсов море. Всякие разные. Ну это женские, наверное. Я даже не знаю. Я... А, Women's вон там, да, написано. Да, это женские. Men's вон там. Девочки, как вы думаете, что это такое? Это подсвечник такой. Представляешь, сюда свеча, наверное, ставится. И что, тебе нравится такое? Не, ну, я рассказываю, что здесь много вещиц, которые можно купить и перекрасить, переделать, и будет очень красиво. Угу. А вон свечка какая, смотрите. Это свеча, что ли? Да. Керосиновая? Как керосиновая? Ну, вон сверху. Вот. А, я-то на другое смотрю. А у нас сейчас цветочек там такого цвета, здесь такого. У нас же сейчас в России продавали вот эти фикс-прайсы, буквы-то. Love. Угу. Ну и здесь вот, ну они уже старые. Здесь прикольно, вешалка, наверное. Ну, вешалка, рога какие-то. Угу. Металлическая или нет? Не, не металлическая. Так сделано пластиковая. Потом очень много этих подсвечников всяких разных. Женщина смотрит, выглядывает. Не по ее говорят. Тут вот у них же будет этот праздник-то, как он называется? Хэллоуин? Хэллоуин. Тут костюмов море. Разбираю, да, потихоньку? Так, сюда я не пойду. Я хожу, где декор. Типа такой рюкзачочек. Тоже $1 стоит. Ну тут не все по доллару, тут есть по $3. А вот обычная баночка, представьте, это тоже какая-то рукодельница уже брала ее и уже ее красила в розовый цвет, видите? И даже она сюда сделала рисунок. Ну как это? Забыла, как эта техника называется. Салфетки, по-моему, переводят. Ну точно. Какая-то утка. Подожди, приклеила бабочку. Здесь где-то. А вот еще намотала веревочку. И все это, представляете, сейчас стоит 75 центов. Вот эта уточка, ты имеешь в виду? Ой, какая керамическая. Стоит $1.75 уточка. Для, для охотников. А вот такая вот статуэточка. Девочка с мальчиком. А вот они. И такие. Девочка с мальчиком. Так, а их цена? Не вижу. Сейчас. 0,75 центов. Даже доллары не стоит. Нет, ну если с этим. А вот это, наверное, к этому. Ну, мы обойдем с той стороны, посмотрим, а то неудобно же. Это, скорее всего, для свечей. Так, а что мы можем? Я же не могу задирать высоко. Не буду же его подсадить. Смотрите, какой миленький кувшинчик. Сколько стоит? Не вижу. Техас написано. 1988 года. Техас. Нет, как Андрей. Родом. Возрастом нашего сына. Бумажка нарисована? Ну, кто-то наклеил, наверное, собирал вот это все.
Ведро прикольное. У нас такие на трубы вешают. А это типа ракушка, да? Или что это? Браслет-ракушка, что ли, такой? Но он не раздвигается. Просто такая ракушка. Ну, может, кто сумеет руку просунуть, тот и будет носить. Ну, кто же туда просунет руку? Может, это кольцо? Для кого-то ракушка, для кого-то кольцо. А вот смотрите, какая конфетница. Конфетница стоит $2. Еще и она фарфоровая. Ух ты. Кенди. А сделана как под дерево, да? Ну, наш внучек любит кенди. А вот еще такая вазочка. 75 центов. Прикольная, да? Угу. Ну, все не купишь и не увезешь. Так, для декора. Да, у нас оставили некуда. Стеклоблок взяли. Ну, я тоже хотела сказать. И сколько стоит? $1.75. Завернули. Ну, тут что-то нарисовано еще. Мы, наверное, выцарапали как-то. Ой, смотри, собака. Угу. А это кувшинчик. А прошлый раз, по-моему, ставил он. Вот это вот показывал? Кувшин. Я не показывал. О, какие джинсы. Моднячие. Иу, как это модно. Левай. Ну, мне не нужны такие джинсы. А вот смотри. $2.5, да? Целых 4 Girls. Тарелки. Джинсы для девочек $2.5. Смотри, 4 тарелки стоят $1. Вот эти 4 тарелки. Вот здесь есть сумочки, пожалуйста. Сумка там. Это что такое? О, для Хэллоуина. Угу. Возьмем уж. $2.50. Зачем она им? Они не ставят это. И будет это себе валяться. Себе в комнату поставим. Ну и весь хлам будем собирать. Сколько вот этот? Дочь наша хочет веночек с тыковками. А сколько вот этот веночек стоит? Смотри, этикетку. Я как-то не нашла. А, вот, $2. Слушай, подарите. $2, представь. Она хотела на улицу какой-то повешать. Но он маленький, конечно. Для улицы? Ну, листики-то видишь какие? Ну, тряпочные. Нет, это не тряпочные, мне кажется. Чего? Они типа прорезиненные. А тут просто так навалено и все. Желудь. Листики желуди деревянные. Mm-hmm. Смотри, какие. Розеточки. Ну, я не буду здесь шариться, тут все не выложено. Ступочки. Смотри, какие. На один-два точки. Не купишь, если надо. Ну, сейчас пройдем, посмотрим. Я пошла сюда пошариться. За Хэллоуин. Ну, что такое? Подаёшь тоже? Как? Что-то Хэллоу. Уин. Может, Хэллоуин? Это для Хэллоуина. Счастливого Хэллоуина. Ну. Ну, $1.50 стоит. Счастливого Хэллоуина. Думачек. У тебя все на джинсы тянет. Что это? Для Насти, наверное. Для девочек. Сколько стоит вот эта штучка? Это наоборот же. Это полочка какая-то. Угу. А вот домик для девочки. Ну, конечно, пошарпанный. Но если задаться целью, можно подкрасить. Очень даже себе ничего. Не хотела ему сказать. А вот колокольчик. Тут что-то даже какая-то надпись. Тоже свадебный. Я люблю. Нет, это не свадебный. О, это прикольно, смотри, какая штучка. А что это такое? Это чайничек такой. Ой, интересно, как наливать чай. Сколько стоит? $1.75. Прикольно? Такие вещи, чем люди раньше пользовались, интересно. А это что такое? Это тоже Хэллоуин, да? Да, это же на Хэллоуин тыква.
Вот какие миленькие птички. Смотри, какие птички. Угу. Обалденные. И цена их $1.75. Мне очень нравится. Юра согласился со мной пойти. Сам уже, наверное, тут. Он не любит у меня вот это вот. Никакие магазины, ничего примерять. А вот это для колечек, да? $1.75. Раз сюда колечки повешу. Подставка для колец. Это типа под бронзу сделанное. А из чего она? Пластиковая? Нет. Что-то металл какой-то. Ух ты. Осторожно. Нет, это на гипс похоже. Нет, она легкая. $4 стоит. Пойдем сюда. Это что такое, аптечка? Вела аптечка? Или это? Ничего себе, вела аптечка таскать за собой. А еще такой? Крест. У них модно это вешать. Положение. 75. А вот ракушка. Ракушка прикольная. У меня на колокольчике нюх. Ну, уже третий, да? Четвертый, наверное. А вот всякие шкатулочки. Металлические? Ну. Цепочка. О, смотри. Это что такое? Блюдо какое? Это как будто башмак какой-то. Я не знаю, рог какой-то. На Новый год? Это виноград. На Новый год ложить что-нибудь, подарок? Почему на Новый год? Раз башмак. $2 стоит. Фарфоровая какая-то штучка. Какой? Опа, бой. Стаканчик. Бой, бокальчик для девочки. Даже с ленточки, как был, так и принесли. 75 центов. Ой, какой зайка. Прямо... Очень пухленький. Это на Пасху. Это что за пузыри? Кто там? Может, нет, керамика, наверное, старый. Это не керамика, это стекло, мне кажется. Стекло? Да. Осторожно. Лучше ты их не вытаскиваешь. А вот это вот стоит $1. Прикольно вот это. И легенькое, не тяжело. А вот это что? Подсвечник? Свечка же это, да? Угу. Милые штучки, да? Так говорят. Колокольчик. Четвертый. А вон еще один колокольчик. Смотри. Пятый. Линда. Надо же, какой хорошенький. А вон там еще колокольчик. А тут уже просто колокольчик. А у нас были когда-то колокольчики какие-то, да, я помню? Ну, угу. Тебе нравится? А я вот дочери это... дарила колокольчик. Не колокольчик? Нет, ну я ж показывала ее. А это 5. Типа флажок дат. Даже новая вот эта штучка, ее а принесли. Что такое дат? А, нет, это флажок отдельно. Это дат, это папа, его фотографию сюда. Отец. Смотри, что такое? Лошадка. Старая, видно, старая. А я когда-то была в Антиохисах, там, знаете, до такой степени есть старые-старые игрушки, вещи какие-то. А это что такое? А это что это? Ну, как типа вазочка, наверное, какая-то. 75 центов. Ты лучше такое не... Не трогай, а то она ты сейчас... накаркаешь сейчас. И это не трогай, то не трогай. Смотри, какая штучка интересная. Ой, смотри. Вот скворечник. А это мыло наливать. Ну, мне нравится такая. Скворечник. Как вам скворечник? 0,75 центов. А это что такое? Лампа Аладдина? Давай потрем. Вдруг оттуда вылетит джин. Или я неправильно тру.
Видно, я неправильно. Не тем местом уж трешь. Не тем местом. Ну, а что такое? Ну, чайничек же, типа. Может, сахарница какая-нибудь. Не знаю. Любят они, видать, старые вещи, раз такие магазины огромные. А вот это для велосипеда? Шлем. Девчачий, наверное, да? Ну, естественно. $75. Недорого. У нас, ну, это подержано. А вот смотри, цветов. Что это такое? Типа горшочек для цветов. Ну, вазочка какая-нибудь. А это для свечки, да? О, это металлическая настоящая. А вот гусь. Очки. Я думаю, что это не продаются. Их кто-то снял и положил, забыл. Сумки хочешь показать? Это примерочный, да? Угу. Дрессинг рум. Там часы. Осторожно. Ты снимаешь? Угу. Здесь девочки прям такие стеллажи, осторожненько. И они заставлены посудой. Ну, как бы эти стеллажи не предназначены. Но они крепкие, конечно, обе чертики есть. Для посуды это не очень. Смотри, какие блюда. Ну, немножко края оббиты. А в прошлый раз я видела здесь... А это что такое? Сюда деревянную палку вставляют, да? Ну, наверное. Тарелочки. Их уже купили. И кружки. Потому что они стоили очень дорого. Кружка, смотри. Угу. С надписями. Юрий, Лариса. Угу. Так и написано? Угу. А что такое? Вот. Ну, какие-то... Радио. Приспособления. А это старое радио. А это, кстати, форма для выпечки. Между прочим, непользованная силиконовая. А это что такое? Вот это. Бигудюшки, наверное. Угу. Это, смотри, блендер, да? Или что вот это? А, это. Пароварка. Пароварка. Блендер. Это вот лампа. Вверх, вверх. Ну, вверх вон там можно выбрать. Интересно, какие. Какая. Ух ты, тяжелющая. Всего $4, $2.50. А вот это сколько? Ну вот, посмотри, там $6. Ни хрена себе. Ну это, наверное, даже на улицу как будто поставить можно. Ну так-то тяжеленько. О, а вот это? Настольная, наверное, да? Угу. Покажи вот эти... блюдо. Яблочко. Там еще какой-то цветное блюдо. Честно сказать, мне на что глаз не упал. Так. Корзинка тут. Толкушка для картошки. Ну, так себе. Типа как из Фикспрайса, да. Какие-то терочки. Даже совсем новенькая. А это что такое? Если бы я знала, я бы сказала. Может, это что-то. Не знаю, предположение. Может, яйца вылавливать, но я даже не знаю. Может, кто-то знает, подскажите. Может, не, может, свои пальцы зажимать? Для чего? Бросился. Ну, как скажешь что-нибудь. Вообще, неуместное. 75 центов такая ложка. Пельмени, да? Ну, как бы, это шумовка. Не шумовка. Это просто ложка. А вот это что, кофеварка? Угу. Сколько стоит? Посмотри, вон сверху. $2.50. А вот смотрите, какая пластиковая ваза для фруктов. Он тестер, да? Тестерница. А вот здесь часы Sweet Home. Sweet Home. Что, сладкий дом или как? Это ради Т? А как? А, нет, конечно. Наверное, неправильно почитала. Может, счастливый дом? Хай!
Я в рыбаря пришел. Я думаю, кто это? Это наш сынок. Там мы нашли веночек, мать тебе хочет купить. Повесишь, а то... Ну какой? Пошли покажем. Дочь, а вот это для чего? Сука, посуда тут. В прошлый раз я видела этот, его уже нет. Тарелочки, которые дешево стоят. Слушай, это я тебя вообще не узнал. Американка и американка. Я там прошла, ты на меня посмотрел. Ну я реально, я тут-то тебя не узнал, рядом. Да что это такое? Маме. Я хочу эту сумочку. Нет, она тебе не подходит. Я тебе в России покупала подобную. Ну такую хочешь? Скажи мне, что это такое за долот? Ну это кексы, наверное, стряпать, ничего не знаю. Нет, это не кексы стряпать, это пластик. Алекс, он заинтересовался часиками. Ну, понравилось. Мне не ломает? Ну, пойдем. Он уже стрелки подвел, мне кажется. Значит, тебе надо кошелек здесь. О, точно. Ну все, доча пришла, начался сарказм у нас. Начался. А вы что, по... Алекса бросили? О, ипси. Так это ипси сумочки. Это вот ипси. Ипси, это что это, значит? Допустим, ипси. Ну, это просто название. Ипси-джипси. На это подписываешься, по-моему, $10 или 12 стоит, не знаю. И каждый месяц тебе приходит такая сумочка, и там внутри в ней макияж. Ну, типа раз. И люди это сдают, да? Ну, вот присоздали, а эти мамы, продают. Мамы, о, слушай, шкаф какой для этого, для гаража. Для гаража вообще металлический. Классный. Стол. Офигенный. Сколько он стоит? Классный стол. О, вместе с шариками даже. Стол-то шикарный, да. Чем который у вас вот такой. Не, ну это просто металлический. Ну, еще другой. Ну, я ничего не говорю. Для камина. Да. Сколько стоит? Сколько? $8. Ну, он такая. А вот, смотрите. А сколько стол стоит, дочь? Сколько стол стоит? Тобой веселее стало. Что, грустно? Точно грустная комиссионка. How much is the table? $2.50. Вот это? Да. Вау. Юра, покажи обязательно. $2. $2. Представляете? 300 рублей. Даже меньше. 200, вместе с этим шариком. Дочь, прости, вместе с шариком $2. My dad's curious, is it? Will you sell it to us with a bowl for $2.50? Yep. I think it's $12. Давай им сделаем такой подарок в гараж. $2. За $2. Не побрезгуете? Давай возьмем. Кто его тащить будет? Ну, я сейчас с тобой. Во, мы что решили? Полезный. Мы как всегда. Полезный. Ох, не, нормально дотащим, потихоньку. До дома? Мне же на грузовике. Она же на грузовике. Вау. Ну что ты хочешь за $2.50? Хороший. Александр. Для инструмента. You're gonna break that. Ну-ка. Вообще шикарный. Ну, часы сюда поставите. Джаред не будет возмущаться? Точно? Ты сейчас как разорется на нас, отправится. Ой, сюда. А это что? Ну, смотри, ключи как. Ну так, вау. Смотри, для ключей. Если вообще, я бы хотела... Она воспитанием занимается. Доча. Don't do that. Ладно. Алекс. Кэнди. Yes. No. Смотри, для ключей, шикарно. Упаковка. Some bubble wrap. What? Duct tape. Что, говорит, скотчем или чем? Подарочную упаковку. Да упаковка будет дороже стоить. No. Ну что, тащим? Okay. Я видео снимаю, прикольно. Okay. Останови камеру. Мы вообще... Решили мы еще прикупить веночек. Веночек. Да, кроме... на дверь. А то мы пошли, посмотрели, $20, $30. Ну, как-то жалко. А праздник же все-таки, охота чем-то нарядить дом. Пойдем, я покажу вещички интересные. Покажу. Мусор? Ну, не то чтобы мусор. Но... Смотри, вот мне вот это понравилось. What? 2,50. О, классная, правда. А я думала, вам это не понравится. Я говорю, давай возьмем. Свечку туда поставим. В этот, в себе, в кабинет поставим. Мне нравится.
У меня денег нету, я с собой ничего не взяла. Come on, lady, guys, come on. Ну что, прикольно же вот на камин поставить, да? Да? Давай, ну, покупаем. Берем. Где Алекс? Все, берем. Алекс, come on. И стопки прикольные. Не говори, на глоток, я уже снимала. Мы уже снимали это. Ну я хочу позакрыть. Я мусорщик поставил. О, вот это прикольное. Смотри. 75 центов. Угу. Тут декорации надо покупать сезонные. Потому что они вот, представь, она в магазине вот мать такая. ходила, мы еще вон туда не ходили, уже нашли 5 или 6 колокольчиков. Смотри, сколько они стоят? Блин, они сдирают ценник. Ну она примерно, ну как минимум 5 долларов такая штука стоит. А здесь? Здесь 75 центов. Эй! Алекс! Крючок нет. Че, погнали? Погнали. Ну вот эту берем, да? Вот эту. Хэллоуиновскую, вот эту и стол. Да. Все, уложили 10 баксов. Пойдемте там, я покажу кое-что. Мы по декору ходили, мы в тряпках не ходили. Книжки ставят вот так. Прикольно. Доллар стоит. Декорация. О, это типа Ноа's Ark. Ну, это арка Ноа. Ноа, или как его зовут по-русски? Ной. Арка Ноя. О, прикольно. А, сколько там нелось? Чай-питье устраивать. Вот. Ну что, с таких чай пьют разве? А что нет? А вот еще, Лурик, колокольчик вот. Или это мы здесь были? Что? Были мы там, почему? А. Фу, гадость эту, я не буду покупать, я лучше. Кто тебя просит? А? Кто тебя просит это покупать? Я Насте никогда это не покупаю. А что, башмаки нормальные, да? Или нет? Да я вот смотрю. Почем здесь? Конечно, тут брендового, да ничего нет. Почем? Вот так-то видно же, что они не выношенные прям. Что-то схватил, тащит. Мама, one single thing. Ой, конечно, пахнет. Мам! Для Хани Бани. Вообще, просто прелесть. Доллар стоит. Это для Пасхи, смотрите. Типа мама, папа и сынок, да? Такие все. И все открывается. По доллару. Ценник у них по доллару. Какая бабочка прикольная. Тут, кстати, зайцы все такие солидные. Купят папу отдельно, маму отдельно. Разобьют семью, да? Да, разобьют семью. Какой ужас. Что, ты хочешь спасти семью? Да, надо спасать. Ой, тоже для книжек. Старинное все, капец. Винтаж, это винтажное. Винтаж, да. Ой, какая. Где-то хорошенькая вообще. Смотри, какая она. Сколько стоит, говори? $2. Миленькая. Миленькая, да, такая. Я там тоже. Она еще. Такие вещицы. Ну, керамика. Вся керамическая, да? А мне, ребята, вот это понравилось. Смотрите, Алекс, вот это. На день свадьбы. Смотрите, какой автомобиль. Невеста и жених. Вообще обалдеть. Украшение $1.50. Это, ну. Вот ведьма, типа, тут какие-то. Как а они мы называются? Мы уже видели это. Привидение. Привидение, да. Все. Ну, конечно, тут надо шариться через все это. Собирать можно, мама, собрать. Вот так. А теперь да. А вот музыкальная шкатулка. Смотрите, какая шкатулочка. В прошлый раз мы ее видели. Да мы ее видели. Алексу показал. Алекс, когда? На, покажи им. Заинтересовался ребенок. Куда крутить? О! Наташ, вот. Nice music. Сейчас голову свернет он ей. Окей, окей. That's enough. That's enough, honey. Хочешь Хэллоуин? Что там?
Да у меня денег нет, я ничего не взяла. Ну тебе нравится вот этот доллар стоит? Ну вот эти... Мам, типа, О, что это такое? О, Супермен. Ага, нашел Марвел. Это нет, это... Капитан Америка! Это большая тебе. Это Капитан Америка. Он деда будет всех наряжаться. Доча, смотри, какие эти. Смотри. Это на Хэллоуин. И сколько это стоит? Ну это не на Хэллоуин, доллар 75. Каждая? Или? Не знаю. Чем больше, тем дороже. 2 доллара. Тем больше, наверное, 2,50. Чем больше, тем дороже. Ну что, берем вот эти? А что, вот эту поставить? Ну, ободранная вот. Вот эту поставите рядом эти? Или ну, нет? Нет, не очень. Не канает? А вот это он так лежит, свечку. Да, свечку, да, вставили. Любит тут свечки. Не говори, мы ну, нашли. Огонек же. Живой огонь. Шлите на Хэллоуин такие вот. Алекс. Продают. Алекс. Мы еще вон там не прошли. А вот где Алекс, а где? Куда он исчез? О, дочь, ковбойская Алекс, шляпа. Алекс, что ты делаешь? Дочка, ковбойская шляпа. Прям ну-ка, ковбойская. Примери. Нет, я примерю в новую, а эту я не буду мерить. Вдруг там лась. Знаешь, что такое лась? Пши. Это не ковбойская. Ковбойская, тебе же говорили, надо в ковбойской. Рослые девушки. Вау, ты что такое? Пойдем, я тебе покажу, что ты еще. Алекс, дай-ка, дай мне. Неправильно вешаешь? Ну-ну. Давай я покажу тебе. I see you. Давай. Мами. Давай я тебе повешу. Мам. Мам. Ну не хочешь, не надо. Стой здесь. Айка, айка, айка. Мама, мами. Ну я их смотрела, я же тебе говорила за 3 доллара новую корзину. Мама. Конечно. Ну, что такое, для чего? Для кассетного? Кассет уже нет. You come here. Да он там не может повешать. Я говорю, давай помогу. Нет, маме. Все. Мы в прошлый раз приходили, когда вот этот кейс купили. Вот я здесь обратила внимание, ну, так как мне нравятся вот это вот поделки какие-то. Mm-hmm. Я заканчивать, я могу увезти. Я корзинки эти, как сказать, увезла. Да уже устали. И не представляете, их уже нет. Какие-то блюда, которые были дешево, и вот они новые были, их тоже нет. Я, ну, на что глаз падал? Пластинки, смотрите. Не, ну на что глаз падает, он у всех падает, наверное. Ну, я говорю, именно на это и падал. Ракетки теннисные. Короче, кто занимается рукоделием, ты снимаешь? Угу. Тут столько всего можно переделывать. Дочь, бери, не хочу. Дочь. Mm-hmm. Сколько ему лет, если бодраны? А вот опять... Ой, ну у него, к сожалению, нету... Погнали, нету штучки, которая звенит. Погнали со стола. Ну что, а кто вот это понесет? Вот, разобьем же. Давай. Доча... Стол положим. Ну давай в стол положим, скажем. Зачем это? Ну а как мы будем нести это? Я с одной стороны.
На это ты несешь тогда. Может, ну, несешь? Можно там от запаси рассчитаться? Оставить. Давай, тащи. Подожди, что ты поддержишь? Надо рассчитаться на это? Сначала не получается. Может, тут ближе выйти. Колоритные ребята пришли. Вот, come on. Come on. Мы домой пошли. Давай, Алла. Алла, come on. Смотри, вот какая сова. 75 центов стоит для Хэллоуина. Ну, потерялся? Наташ, я сову нашла. Подожди, сейчас приду. Мами! Бидончики. Блин, тоже ободранная краешка. Классная совушка, да? Угу. А ты, где мы еще сов находили? Вон там. Ну-ка, может, она посмотрит. Don't, okay? Please don't do that. Okay. Look at what Baba got. That is cute. It's gonna be scary. Scary. Будешь обрабатывать? Ну что, ребята? Хочу. Thank you. You're welcome. And I'll just call back and let her know if you get it. Okay. Они откроют там? Да. Ой, подпаливается тут. Ну, можно приклеить. Алекс, давай. Let's go, Алекс. Не уронит сейчас. Алексу нельзя. А то у него голова заболит. Это мое. No. Baba is gonna carry it. Baba bought it. That's hers. No, it's ceramic. If you drop it, you can break it, okay? Just like you can't take it. А ты что тоже захотелось где-то? Ну, я думаю, 7:30, время еще детское. Поехали. Сейчас поедем, переедем в другой вход и будем забирать стол. Юрик. Едем. Так мы тут поворачиваем. Что пристегивается? Едем с другого входа, чтобы меньше этот стол корячить. О, у них есть контейнер Goodwill Industries. Наверное, задом надо вот сюда заехать. Ну, конечно, сейчас. Ты что, заедешь туда? Может, нам выйти? Так у нее вон камера. Типа, заехать, что ли? У нее камера же есть. Видите, все камера показывает. Тык-тык-тык. Пык. Не задень. Не знаю, где там и как. Ну, тормози здесь, успеешь подъехать. А, вот она, дверь-то, вон она. Мами! 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 Так. Смотри, бок левый. Алекс, стоп! Ну так, поставь. Сейчас, Алекс, окей? Ты сиди, окей? Вот. Мы пойдем стол достанем, окей? Тейбл. Тут у них идет работа полным ходом. Наташ, может, ты с ним посидишь, чтобы не утаскивать? Не, пошли, сейчас мы побудем. Они нам вытащат, да? Сейчас я пришлю, подожди. Давай я задом пойду. Да, тебе удобнее. Он так там тяжелый. Хороший гаражный стол. Если еще тонкую фанеру положить здесь, вообще можно что хочешь сделать. Давай. О, велики, смотри, или это кто-то приехал? Стой. Мам, отойди, пожалуйста. Я буду нести. Ой, что за девушка такая, а? Встань, пожалуйста, можно мне дать? На, лучше поснимай.
Вы не поднимитесь. Мы будем пихать. Давай, давай, давай. Алекс, подожди. По самый низ. Нифига себе, такая маленькая девочка. Эй, Алекс, Степан! Меня падает. Thank you. Just the table? Yeah, just the table, okay. Thank you. Подожди, уйди. Ну, ладно, хоть не закроется, не закрывается. Отлично, закроется. Ножка не закроется. Вот что. Открывай. Ну отойди. Что ты будешь перепрыгивать? Короче, загрузились. Купили нужную покупку. Зять увидит, упадет. Да уж. Погнали домой. Не зря вечер прожит. Вот так мы сходили в Goodwill, приобрели на 10 баксов стол. На 7,42. Стол приобрели. Что мы приобрели еще? И еще декор для Хэллоуина. На 7,42 это сколько в рублях? Ну, на 65, умножь 7 на 6. Ну, на 500 рублей. 500 рублей с чем-то. Ну, короче, до 650 даже не доходит рублей. Нормально. Алекс, ладно. Все, едем домой. Хороший, это хороший шарик. Слушайте, ребята, слушайте, ну что это такое? Юра. Да, говори. Слушайте, ребята, в столе-то сюрприз, там шарик. А может они его забрали? Ну мы не посмотрели, да, вообще там лежал шарик. И для гольфа. Шарик для гольфа, и он, между прочим, очень хороший, качественный. Нам сказали, что стол вместе с шариком. Да, продается. Так что мы главное из-за шарика. Шарик-то, наверное, дороже стола стоит. Сколько шарик стоит? Наверное, доллары три. Доллары три. Ну, если новый покупать. Ты видела, кстати, здесь дом-то, по-моему? Ну вот, сейчас будешь ехать. Вон, где экскаватор стоит. Дальше. Дальше. Через дом. Ой, я думала, ты про этот. Через дом. Вот, нету дома. О, интересно. Слушайте, надо на видео посмотреть, что сломали. Какой дом? Посмотри. Интересно. Где? Что-то он не совсем страшный был. Не, он без окон был. Ну, не самый страшный был, так скажем. Ну, его когда ломали, он... Я бы не сказал, что он гнилой там был. И еще когда ломали, там такой запах был, ну, вот этих ковролинов, наверное, старые. Все прям, и антенну, и мебель, все подряд. Я говорю, сейчас раз блоки кладут... Из кирпича выкладут, как у нас. Выложат. У вас, наверное, такой же дом. Ну что, не одного года постройки, наверное. Где-то так. Мы лучше затащим, а машина... Ты не подъезжай вплотную к машине. Я же ну вот. Что, мы рады покупочке. Что? Покупочка у нас, надо сказать, очень даже зашибацкая. Даже я тут, такое слово подобрала, очень. Тут классно. Надо тисы поставить. Вообще бы классно работать. У меня мечта всегда была купить в гараж вот такую гаражные вот штуку. Гаражные двери не закроются, надо подвинуть. Ну подвинем сейчас. Окей. Ну вообще классная покупочка. Сюда надо еще фонарик над ним. Там продают. Это вообще будет. За $0.5 нормально будет. Очень нужный магазин, ребята. Посещайте такой магазин Goodwill. Да. Рекомендуем. Приезжайте в Соединенные Штаты. Посетите. Да. Наберете. Очень нечего посетить. Наберете по доллару. Это будет мой любимый магазин. Вещей. И все. И все. А что такое Ziploc bag? Ziploc bag. Это пластик. Ну, это для себя кто-то там писал. Ну, да, это, скорее всего, где-то эти... в офисе где-нибудь, да? Да. Далее. Нормальный стул. Да вообще отличный. Не, этот, главное, столешница хорошая. Такая, прям. Я хотел ее пощупать еще. Сюда ключи сложили. Нет, ну, вот смотри, вот эти вот штучки оторвать. А, сейчас выпомал. Вытереть его, вымыть, вот здесь вымыть. Отрывай, чтобы они
казенными не казались, да? Ну, надо помыть это. No, а вы? Потом его надо помыть. Смотри, DIY-чик надо сделать. Этот, как его? Апгрейд надо сделать, апгрейд. I'll do it myself later, okay? Дай ему оторвать. No, here, this one. Pull this one. Вау! Вау! Браво! Супер стронг! Какой счастливый. Зачем кинул? Ну-ка подними! Алекс, подними! Лишь бы оторвать что-нибудь. Подними! Мусор! Вот, Алекс, смотри. Да, скажи ему, что подними. Ну, он просто старый, заезженный. Кто-то себе новенький купил, видимо. Нормально. Я бы не сказала даже, что он старый. Ладно, ребята, всем пока. Короче, мы так рады, что мы не можем налюбоваться своей покупочкой. Всем пока. Так, а что с веночечком? Веночечком что мы... Что, никак пока не можешь дать? Да. Темно же на улице уже, я ничего нам не видно. Скучно, не с кем поговорить. Вот мы... Нет, веночек мы должны... Веночек завтра покажем, где висит. Завтра покажем, да. Всем пока. Девочки, будем. Прощайтесь уже. Пока-пока, да, девочки. Пока. О, нифига себе, подожди. Я сейчас покажу. Стоил в Ларсен Десин. Короче, 13,95 это стоило. О, так мы все покупки дороже, за чем... За 2,50. Дешевле, чем у Завета. Ну, только это и так и продается. 13,95, представь. Новая, ну, она. Новая была. Ну. Вообще. Ну, вот поздравляем. Поздравляем сейчас тебя. Все, всем пока. С приобретением. Пока-пока. Все, пока. Давай. Всем привет. Смотрите завтра в 6 утра по московскому времени прямую трансляцию. Мами, это vegetables. Всем привет. Ну, давай говорим, мы все будем это говорить. А, я же не знала. В 6 утра, в 6 в субботу. Да, у нас будет трансляция. Приглашаем. И вот от нас вам. Come on. Всем привет. Смотрите live stream. Все, пока. В 6 утра по московскому времени, в субботу.